пришел с работы. Здорово, моя радость. Давай лапку. Лапку. Лапку, лапку, лапку. О, вот умничка. Давай. Ну, а тут вот это. Виктория. Я говорю, что это такое? Она говорит, это пледик вяжет. Вот, вот наши родуньки. Пледик, иди посмотри. Вот. Розовая. Видите, зелененьким. Ну и куда ты потащила? Давай я ж покажу человечеству, какой будет. Тут, короче, розовая. Брось. Брось. Дай, отдай. Это, короче, от папки розовая. Это от мамки белая. Куда ты опять? И прячет, а? Гляньте, запряталась. Давай сюда. Ну, я не представляю, как это будет. Для меня это загадка, конечно. Виктория, она рукодельница. Она, конечно, сделает. Вот, посмотри, вот так вот, и все. Давай, а то тебя пусти. Ты тут все эти раскидаешь, а мне потом достанется за тебя. Будет. Да, пошли. Пришел с работы сегодня. Один тапок есть, другого нету. И пошел по дому искать тапки. А, мамзель, пошли в зимний сад со мной. Пойдем. Пойдем вечером прогуляемся перед сном. Пошли. Я пошел сам. Не хочешь? О, как. Понравилась ей эта штука. Ну, земляне, как будет выглядеть потом, я даже не представляю. Что-то, конечно, будет. Постараюсь поделиться, показать. Ну, сказала, что свитерочек, пледик. Ну, короче, что-то такое для вот Радочки. Ну, а ты что? Те такие игрушки. Ну, тут ничего нет, помыто, конечно. Для зубок хорошо. На, рези. Пойду раздеваться надо, переодеваться. Ну, немножко присяду вот сюда, так вот, понаблюдая за ней. Чем ты занималась днем? А? Помогала вязать? Она тут в корзинке лежит, Виктория вяжет. А я смотрю на какие-то квадратики. Вяжет, вяжет. Ну, куда эти квадратики? Какие-то полотенчики или что-то такое. Знаете, сколько работы. В общем, кругом одно таинство. А это, кажется, вот для нашей вот красотульки. Фантазия такая. Ну что, пойдешь со мной в зимний сад? Рада. Пойдешь? Ну так интересно, глазиком. Смотрите сейчас, глазиком. Раз. Опа. Сердечко. Видите, как будто бы она пульсирует. Глазик открывается, закрывается. Вот интересно, она моргает. А Марсик не моргает. У него вообще безморговое устройство глаз. Он встанет и смотрит все. Радочка, она морг, морг. Чуть-чуть разновидность небольшая у бульдогов, и уже вот какие-то различия. Тут еще он какие-то нитки. Вот. Вот они розовые. В общем, я, пока Виктория там мне ужин готовит, немножко секреты выдал. Ну вот, собственно говоря, вот и весь ролик. Вот это она вышивала, знаете, видите, вот это вот материя. А это была белая, и она черными нитками все вот это заполнила. И потом вышла вот это. Посмотрите, какое безумство, а? Вот это все нитки, это не покрашено, это не черный материал. Это
белый материал, а на нем, видите, черное вот это все вышито. Представляете, какой титанический труд вот для такой подушечки. А вот это не титанический труд. Это сколько стежечек надо сделать? Тых-тых-тых-тых-тых. Ой-ой-ой, ужас. Мне терпения не хватило. А у нее хватает. Вот еще что-то там она. Вот видите, начало. Маленькое будет. Вот ниточки белые. Подглядываю. Это что-то такое у нее. Не знаю даже. Какой-то пейзаж. Может быть, будет вышивать такую картину. Вот что-то вяжет, видите, какие-то выкройки. Тоже что-то такое будет. В общем, здесь прям таинство. И мы с Радочкой подсмотрели это все и решили поделиться с человечеством. Такой маленький, коротенький ролик. Вот будущая кофточка для нашей радости.